Вместо пар они танцуют на улице и раздают флаеры. Студентки из группы поддержки ННГУ готовы на все, чтобы поддержать родной город в голосовании за символы для новых купюр. Достоинством 200 рублей и 2000. Их Банк России планирует выпустить в обращение уже в следующем году. Мы всяческими способами пытаемся привлечь активных студентов к голосованию, к поддержке Нижнего Новгорода. А девчонки из группы поддержки устраивали танцевальные флешмобы, чтобы вся страна регулярно видела наш город, чтобы он развивался, чтобы о нем узнавали, чтобы он был интересен туристам. Девчонки искренне надеются, что все примут участие в голосовании. Сами раздали уже 1000 листовок. Я обязательно проголосую за Нижний Новгород, потому что наш город действительно достоин размещения на новых банкнотах. Свой голос вы еще можете отдать до 5 октября на сайте твоярossия.рф. Претендентов всего 10. Каждый город представляет два символа. Соответственно, аверс и реверс купюры. У нас это Нижегородская ярмарка и Кремль. Я была бы счастлива, если бы Нижний Новгород был бы на банкнотах. Это было бы здорово. Это один из красивейших городов России. Я считаю, что он достоин. Нижний Новгород буквально переполнен знаковыми местами и достопримечательностями, а Нижегородская область вошла в десятку регионов России с наибольшим количеством объектов культурного наследия. Нижний Новгород всегда был защитником нашей страны во время ополчения 1812 года, а во время Великой Отечественной войны одна треть оружия была произведена в Нижнем Новгороде. Это город-защитник, город, хранящий устои российского государства. Купюра в 200 рублей появляется в истории России уже в третий раз. Сначала это была слегка модифицированная советская 200-рублевка с Лениным. Потом купюра стала меньше, ее прозвали «Фантик». А вот номиналов в 2000 рублей в России еще не было. И эта купюра обязательно должна быть лицом нашего города. В этом уверены и сотрудники телекомпании НТВ. Даже телеведущие готовы оторваться от рабочего процесса, чтобы призвать нижегородцев поставить галочку за любимый город. Каждый день мы лицезреем наши достопримечательности Нижегород. Ярмарку и Кремль, когда едем на работу или просто гуляем. Не пора ли их показать другим жителям России? Например, на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей. Сделать это очень просто. Нужно зайти на интернет-сайт твоярossия.рф и отдать свой голос. Пока мы делаем это не очень активно. Нас обгоняют Сергиев Посад с населением 100 тысяч человек и Петрозаводск с населением 200 тысяч. А ведь нас несколько миллионов, и каждый клик способен вывести нас вперед. Лично я люблю свой город и поддержу его с удовольствием. А как насчет вас? Какие города и символы окажутся на новых купюрах номиналом 200 и 2000 рублей, мы узнаем уже 7 октября по итогам всеобщего голосования. Сейчас лидирует Казань. Нижний Новгород отстает от нее на 70 тысяч голосов. Неужели нижегородцы упустят уникальный шанс войти в денежную историю России? Виктория Кузьмина, Алексей Завалов, Объективно, ННТВ.